Ребят, за все время я успел побывать на огромном количестве открытий новых серверов на Аризоне, но именно это открытие 26-го сервера получилось для меня самым успешным. Обязательно досмотрите до конца, и вы поймете почему. А еще, кстати, не забудьте поставить лайк. Ребят, ну что, всем здорово, я нахожусь сейчас в своем джакузи. Прикупил я себе здесь особнячок на открытии 26-го сервера. Ладно, на самом деле, особняком это назвать тяжело, это скорее какой-то заброшенный ночной клуб. Ах да, ребят, сразу хочу вам всем сказать, что на 26-й сервер я зашел просто так для контента. Я сюда переходить пока что не собираюсь, и играю я на 18-м сервере на Casa Grande. В этом видосе я вам хочу показать целиком всю хронологию того, как мы с ютубером Вальдемаром решили постримить у меня дома, зайти на открытие нового сервера. Перемещаемся на 2 дня назад, это был понедельник 28 августа. Время было уже 1 час дня, я вспомнил о том, что сегодня будет открытие нового сервера. И в итоге решил залететь на него не один. Алло, здорово, братан. Ты помнишь, что сегодня 26-го сервера открытие? Ты планируешь заходить? Да, бро, привет. Нет, не планирую на открытие идти, дел много. Братан, какие дела? Открытие сервера. Давай, дела подождут. Приезжай ко мне в гости, у меня постримим. Завезем контента. Ого, круто, погнали. Дела подождут, сейчас приеду к тебе. Все, отлично, давай. Все, я тебя жду, возьми пиво. В итоге мы встретились у меня дома, буквально, кстати, через 1.5 часа. Да, если что, каждый из нас стримил последний раз где-то 1 год назад, поэтому мы очень долго все настраивали. Хасбика, если что, ребят, мы добавили для того, чтобы не спалить свой пароль, когда мы будем проходить регистрацию. Ну и вот он, ребят, сам момент открытия сервера. Посмотрите, насколько серьезно сидит Вальдемар, он очень переживал в этот момент. Мне было, по-моему, как-то пофиг. А, нет, вот тут я тоже запереживал, смотрите, я ем телефон. Прошла 1 минута после запланированного открытия, пока что сервер еще не открывался. И сразу запомните, 1:30, мы подключились. Вальдемар очень быстро регается, проходит всю эту регистрацию, выбирает скин. И посмотрите, насколько нам повезло со спавном. Мы заспавнились в Лос-Сантосе. Это, по-моему, лучшая респа, которая только могла быть. Ладно, скутер возьму. Но хоть со спавном нам повезло, но первые проблемы не заставили себя долго ждать. Сейчас скинут, сейчас скинет, да, он какой-нибудь. Где дверь? Сервер лагает дико, сервер лагает. Сервер, он лагает очень сильно. Так, если что, ребят, если вы думаете, что я просто сижу в телефоне и мне на все пофиг, это неправда. В этот момент я сижу и доначу на наш аккаунт 5000 рублей, насколько я помню. Лаги дикие, пацаны, я пешком бежать, нет? Что за музыка? Да, давай, пожалуйста. Сервер лаг... Я бегу пешком. Сервер лагает жестко. Там ни метки, там ничего нет. Легче бежать, я бегу, давай. Закидывай 5 косарей, бро, закидывай. Код подтверждения сейчас прилетает. Давай, давай, давай. Сейчас будет. Время 18:02. Вальдемар скутер взять не смог. Мы решаем бежать пешком. Я до сих пор продолжаю донатить. Есть, 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 есть. Блин, отлагало, подожди. Все отлагало, блин. У Больки ЛС скутер есть, у Больки ЛС. Задонил, задонил? Да, задонил, братан, задонил. Смотри, все лагает. Он не грузит все... А что, я впервые такое вижу. В итоге мы бежим пешком. Лавки на центральном рынке, как видите, не прогружаются. Ничего не прогружается на сервере. Я задонил. Окей. Должно быть, должно быть. Нет, еще донат, раз, донат еще не раз. Приходит, донат не приходит. Еще раз попробуй открыть. И в 18:03 донат пришел, 10 тысяч азекоинсов. О, пришло, есть, пришло, есть, пришло. Есть, все, отлично. А что, что со мной? Что это? Быстрее, быстрее, быстрее. АЗ под ВВ нормальная? Ну вообще да, офигенная. Ну, мне кажется, поймали уже, нет? Стоят люди, стоят. Взяли? Мы приехали к заправке под Вайнвудом, и согласитесь, это очень топовый бизнес. Мы решаем ловить его. Но, как видите, поскольку сервер лагает, у нас не прогружается метка, и мы даже не знаем, заняли ли этот бизнес или нет. А, не грузит. Где она, где? Переводи. Не грузит. Вообще не грузит. А что это? Пинг 52. Все, деньги есть, что, а что ловить? И в этот момент мы ждем появления метки. Вообще ничего не грузит, вообще. О, есть, лови. Ловлю, да, ловлю. Бери, 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 нормально. Метка появилась, мы видим, что бизнес еще никто не купил, а рядом с нами вообще практически никого нет. О, есть, лови. Ловлю, лови, да, ловлю. Бери, 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 нормально.
Все, Вальдемар принимает решение покупать этот бизнес за 18 миллионов по ГОСКе. Нормально? Нормально, конечно. Ебать, это легко было. Че так легко? Все. Вот она, ребята, наша заправочка. Прямо как только я сюда подъехал, уже здесь заправлялся и таксист, и вот этот мусоровозчик. Что говорит нам о том, что заправка действительно очень топовая, и я даже не побоюсь этого слова. Это 100% одна из трех топовейших заправок на всей Аризоне. Первая заправка — это, конечно, АЗС Гетто, и вторая — около автобазара. Но третья точно наша с Вальдемаром. На данный момент прибыль за сегодня уже практически 4 миллиона вирт, при том, что сейчас 3 часа дня. Я не удивлюсь, если финка за сегодня дойдет миллионов до 6-7. Давайте как раз снимем 4 миллиончика с банка бизнеса. Все, это официально наша первая прибыль с этого бизнеса. И как вы уже заметили, все это видео я говорю слово «наша» с Вальдемаром, потому что в целом так получилось, что вот этот вот аккаунт, он наш с Вальдемаром на двоих, то есть мы вдвоем владеем одним этим аккаунтом. Стоп, ребят, только, пожалуйста, не начинайте писать в комментарии, что мы нарушаем правила, что это передача аккаунта, мультиак и так далее. Дослушайте, пожалуйста, до конца. Пока что мы еще не определились с Вальдемаром, что мы будем вообще делать с этим аккаунтом, потому что, естественно, правила нарушать мы не хотим. Но так просто получилось, что мы с ним вдвоем решили запустить стрим, вдвоем залететь на открытие. Ну и поскольку у меня дома как бы нету двух компьютеров, мы заходили с одного и регнули один аккаунт. В итоге, конечно же, как только я выпущу вот это вот видео, Вальдемар выпустит видос с этого же аккаунта на свой канал, мы уже с ним в итоге будем определяться, кому достанется этот аккаунт и кто на нем будет играть постоянно. Надеюсь, это буду я. Ладно, давайте вернемся к нашему стриму, как мы ловили еще все остальное. Помимо бизнеса, естественно, хорошо было бы поймать, попробовать себе домик какой-нибудь. Сразу кину спойлер, на Вайнвуде дом поймать у нас не получилось. Поэтому мы приняли решение доехать до какой-нибудь деревушки, поймать домик где-нибудь здесь. И просто для сравнения, посмотрите, как вводит копчу Вальдемар. Просто это... секунда, это как будто меньше секунды. И как копчу буду вводить я, просто через... 89378. Йоу, я поймал за 5 секунд, хорош, брат! Хорош, хорош. 5 секунд копча, еее! А что, третий сможем поймать? По-моему, там улучшение нужно. Опять? В общем, да, вы видите, кто тут на самом деле крутой ловец, а кто просто приехал к нему в гости. Ну и финалочка, ребят, после того, как мы поймали бизнес, два дома, естественно, нужно прикупить себе какое-нибудь транспортное средство, и им у нас стал вот этот вот НРГ-500. И на самом деле это настолько было удивительно, что за НРГ-500 особо вообще никто не боролся. Вот, я сижу несколько секунд на мотоцикле, нам не хватает буквально 400 тысяч, в этот момент Вальдемар донатит мне деньги, я продолжаю сидеть, меня никто не скидывает. Ну вот, скинули. Ладно, сейчас купил чел. Но потом, постояв еще немножко у очередного НРГ-500, мы все-таки это сделали. Мы все-таки это сделали. Короче, ребят, что я могу сказать по поводу вообще в целом этого открытия? Абсолютно точно для меня оно стало самым успешным, даже не считая Аризону Каса Гранде, когда я поймал сразу и дом, и бар. Ну а также открытие прошло максимально странно, потому что все, что мы ловили, поймать было очень легко. Вы сами прекрасно видели, что за заправку мы даже ни с кем не конкурировали, мы стояли там одни. И вот, кстати, на стриме даже видно, время уже 8 вечера, с открытия прошло 2 часа, и посмотрите, как много домов и бизнесов еще были свободны. Это огромное количество. Смотрите на наши лица, мы сами этого не понимаем, как так вышло. А, кстати, да, интересный факт, в итоге оказалось, что вот эту заправку под Вайнвудом мы поймали примерно в 18 часов 4 минуты, а 165-й бар, самый топовый бизнес на Аризоне, был продан чуть даже позже. То есть, если бы у нас было бы побольше денег, мы бы смогли бы поймать даже этот бар. В любом случае, ребят, это было просто обалденное открытие, и я просто не мог с вами им не поделиться, поэтому я решил записать этот видос. Он получился, я так думаю, достаточно коротким, но, если что, можете зайти на канал к Вальдемару. Он тоже собирается выложить видос с обновлением, и, возможно, он выложил его даже раньше, чем я. Но у меня на этом все, ребят, спасибо за просмотр, приходите обязательно на мои стримы, я их возобновляю, будем играть на 26-м сервере, развивать АЗС-ку. Всем пока!